Все, встань перед мячом. Дальше закрой, Максим. Держи, Максим. Вот, молодец, Максим. Перед мячом встань. Рузай, смотри, что ты бежишь. Уважаемые зрители, это у нас последний матч турнира компании Кап среди юношей 2013-2014 года рождения, который проходит с 23 по 24 февраля. Сейчас у нас завершительный матч турнира. Это у нас Суперлига, и это ее финал. Встречаются две отличные команды. Команда Виктория Белый и Строитель. Строитель просто шикарно провел групповой этап. Но и Виктория тоже не промах. Отлично матч свой отыграли. Единственный, кто доставил им проблемы, это была команда Кондор Черный, которая поборолась в полуфинале и довела дело до пенальти. Максим, пинай. Дамир и Рузаль, давай к штрафной. Ваня остался. Быстрее давай. Бежит вперед команда Виктория. Удар не по воротам. Не пробьешь так. Давай нормально. Вратарь Строителей мяч забирает. Прессинг сразу. Забирай, пинай. Догоняй. Паучу удар поворотом и мимо. Ну давай, прессинг сразу! Догоняй, Рузай, догоняй! Молодец, Максим перед ним стоит, перед ним стоит. Закройте, чей? Рузай! Ваня, спиной! Да нет! Мяч ходит в аут, команда старается будет. Максим! Водить мяч из-за боковой. Рузай, там стой. Вот. Максим, что ты мешаешься? Молодцы, сразу крестник, остались там. Максим. Давай, Максим, давай, Дамир. Вперед, 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 вратарь команды Виктория бросает мяч вперед. Пустил мяч, догоняй. Быстрее, Строитель Максим. Мяч теряет. Аккуратная передача. Да подожди. Ваня сразу. Виктория бежит вот вперед. Ваня мудился, да? Мяч отобрали, удар. Пробей. Еще один удар. Не в ворот мяч проходит. Начинает строить своей половины поля атаку. Пока что снова они не могут включиться в игру, как это было в полуфинале. Но затем, как они настроились, как они поймали свою игру, так сразу же забили 7 мячей. Сомневаюсь, что эта встреча будет без голевой или в ней будет забито мало голов. Ожидаю я очень много мячей. Потому что с атакой у обеих команд все просто замечательно. Опасный момент и гол. Шикарная передача. И удар не менее прекрасный. Мяч пролетел над вратарем, и команда «Строитель» выходит вперед. Передача верхом. Направо нападающего. Мяч был потерян. Сразу теперь конкретик! Строитель будет вводить мяч в игру. Строитель дальше и атакует, бьет, и мяч проходит между ног у вратаря. 2-0 становится счет в пользу Строителей и смены играющих составов обеих команд. Ранель, готовься.
Сейчас идет передача направо. Дальше центр. И мяч входит в аут. Максим левее. Ваня, не втягивайся. Левее ушел. Вот, заходи. Забери мяч. Поворотом иди, Максим. Пинай поворотом. Поворотом пинай. Удар. Пробей. На дистанции Виктория бьет и почти забивает. Молодец, вот так вот точнее. Поворотом пробей, не сильно только. Ближе, Дамир. Гол! Молодец! Забивает команда. Вот так вот, Виктория и отыгрывает один мяч. А че быстрее команда? Сразу прессинг, давай, сразу пошли. Поворотом пробей, ближе к воротам. Дальше болит. Забирай. Подстрахуй. Раис с мячом, передача в центр. Обратно фланг, но в центр. И вот эта передача явно была лишняя. Все, закройте, разберите игроков. Передача налево. Да нет. Так, Ваня оставили, поворотом иди. Пробей. Еще раз давай. Удар. Слишком высоко мяч полетел после него. Вот ворот начнет команда строить. Максим, смена. Хорошо. Ранель, отбирай хорошо. Вот, давай, давай, твори, твори. Вот, молодец. Кто у тебя там? Да, я могу. Да нет. Ужали, вот, мяч в игру. Команда строитель. Давай, Данил. Передача назад. Перевод налево. Стрельная передача, и мяч до партнера не доходит. Сразу прессинг, давай, давай, строителя. Давай. Начинает тот своих ворот игру. Передача налево. Куда сюда? Вот здесь кто? Хороший плотный удар. Он мяч проходит рядом со штангой. Главой! Сразу давай, сразу прямо! Не надо сюда, ворота иди, ворота! Ворота! Отделите игроков! Куда ты спиной стоишь? Он там куда-нибудь? Он может и не забил. Просто гол убил. Рузаль, держи его! Я рядом был, я ударил, поэтому... Все надо. Это главное, что забьем. Там бросать мяч вперед, вратарь. Строитель бежит дальше, удар. Мяч проходит мимо ворот. Ищет мяч футболисты. Пока найти не мог. Нашли мяч и начнет тот своих ворот игру. Вратарь команды Виктория.
А кто там? Ударь по воротам. Ранель по воротам. Дамир тоже. Ваня, останься. Строитель мяч теряет. Дамир, догоняй! Слева играешь, например? Строитель с мячом. И дальше налево. И уходит мяч за пределы поля. Закройте! Быстрые передачи и сами движения игроков тоже быстрые. Это позволяет команде строителей проводить мощные атаки, которые приводят к забитым мячам. И первый тайм окончен со счетом 2-1. На данный момент ведет команда строителей. Идем туда, говорю, кто? Это же давайте четвертую бой, Ваню Марсель заменять. Обратарь. Падение, Ваня, помогаешь защите. Сразу давай прессинг, сразу. Удар поворотом. Вратарь выбивает мяч. Ваня, голову проходит поставь, рядом. Поменялись команды воротами. Справа у нас команда вот, строителя, а слева Виктория. Ваня! Удар Саута, мяч висит прямо в перчатке вратарю. Уходит мяч в аут. Строитель начнет игру из аута. Забивает команду строитель. Справа, открытие на дальней штанге и 3-1. Ближе друг к другу. Ваня на готове будет. Ваня, пас прими. Разбегается игрок, отдает передачу налево. Строитель с мячом. И уходит он. Вау. Что ты отдаешь? Давай, давай на центр. Ребята, все. Пробей поворот. Касание было. Забивает гол команды Виктория. Вот. Из аута. Давай, последний сейчас удар раз, поворотом. И кто-то из игроков команды строитель мяча коснулся. Давай, Ваня, сразу! Браво, здесь. Ну, играй, да, понял? Забираем сразу! Мило. Защита Мила. Лево? Лево позиция? Или право? Ты, получается, право сможешь? Ваня, еще!
Мне наоборот... Давай, давай! Голкипера забирает он его. 2-3 минимальное преимущество. Наброс вперед, поменять голкипер. Оставить не смог. Так, стой. Милан, куда ниже останется. Милан, в центр иди. И Верхан в центр тоже. Подача с углового. Мяч уходит в аут. Верхан, сюда. Максим, вперед иди! Передача в центр. Ну все пропустили. Нет. Никто не смог подобрать. Давай, Макс, давай сразу. Сразу, давай, Ваня. Максим, встречай, давай, встречай. Ну как? Удар с левой ноги. Мяч у голкипера. Куда? Руками! Ринар, руками! Передача направо, бежит дальше игрок строителя. Вратарь шикарно делает. Молодец, подкат. Ринар, 5 плюсов. Повороты пробей, все, Ваня. Главой будет подавать команда Виктория. Все меньше и меньше времени остается до конца второго тайма. Рузай, останься по центру. Вот правильно, Мила, да, да. Ищи, Максим. Около 7 минут остается до конца второго тайма, и этого времени, в принципе, достаточно. Честно говоря, хотел бы увидеть пенальти в этом противостоянии, потому что обе команды заслуживают победы сегодня, и пусть разрешит их борьбу, так скажем, в серии пенальти. Ну и нам повод посмотреть красивый футбол будет подольше. Если анализировать все матчи, которые я смотрел вчера и сегодня, то действительно вот эти команды по праву считаются одними из самых сильных, если не самыми сильными на турнире. И я считаю, что они сегодня не зря выступают в финале Суперлиги. Двигай дальше! Передача направо. Обратно возвращает на вратаря. Дальше двигай. Главное не ошибиться, Виктории при выходе со своей половины поля. Мяч не теряют. Строитель может за это наказывать, но защитник удар блокирует. Будет угловой. Ищи, Дамир, правильно, правильно. Думаешь, правильно. Главой будет подавать команду строителей. Подача. А удара поворота на посвет. Разбираем сразу игроков. Строитель разыгрывает аут. Будет они дальше. Передача в центр. Дальше на фланг. Обратно возвращает. И мяч уголки. Ногами давай. Убивает мяч вперед. Вратарь забивает. 3-3 становится счет. Шикарный просто момент. Счет становится 3-3. Играем дальше сразу прессинг. Виктория. Прессинг сразу, давай. И вратарю команды. Строитель меняется.
глаза, конечно. Это был вратарский гол, как мне кажется. Потому что момент удара был виден, траектория мяча тоже была видна, но вратарь почему-то взять его не смог. Хотя, мне кажется, дотянуться он до перекладины не мог. Сразу тебе, Хандрис, сразу! Передача направо. Удар, мяч впадает в перекладину, добивание. Не получилось здесь забить. Передача направо, удар, мяч потерян. Дальше команда Виктория. Подожди! Трайте, делаю передачу в центр. Удар, еще один. И мяч у голкипера. Милан, аккуратнее, аккуратнее! Выбивает мяч вратарь. Надеюсь, видимо, что еще нет, раз вратарь. Раз на прокате, трена, не надо. Ошибиться. Но в этот раз. Руками закидывай. Все стало нормально. Убивает вновь мяч вратарь. И мяч потерян. Мяч входит в аут. Удар с аута. И мяч, можно сказать, разыгран. Мяч для команды «Строитель». Штрафный удар, насколько я понимаю, потому что игрок коснулся мяча рукой до того, как он вышел за пределы поля. Удар издали. Защитник «Строителя». Мяч отбивает головой. Только арбитра мяч вышел за пределы поля. Мяч ходит в аут. Ворота, ворота, ворота. Будет Виктория разыгрывать аут. И никто до мяча дотянуться не смог. Вратарь с мячом. Правильно, давай, направо. Давай, давай. Дальше идут футболисты. Мило, вставай быстрее. Мило, встречай. Запас момента, могла команда Виктория выходить вперед под конец матча. И, скорее всего, если бы они забили, то уже победу забрали бы себе. Удар на дистанции, вратарь отбивает. Дальше Милан, давай, строитель. Милан, на него. Все, наш строитель продолжил. Закрой, Дамир, закрой. Дамир, закрой. Мяч в центр. Опасный момент, поворот Виктории, удар. И вратарь мяч забирает. Убивает вратарь мяч. И даже попадает в створ ворот. Но на этот раз вратарь был готов, поэтому гола не случилось. Строитель идет дальше. Передача на правый фланг. Удар! Мяч проходит мимо ворот. Закидывай руками. Бросает мяч вперед вратарь. И добрасывает до вратаря противоположной команды. Бросок вперед. Право нападение. Нет, ближе, Максим, подойди. Вверх как ворота. Удар за ним. Все, встречаем. Сразу встречаем. Строитель. Дальше.
И звучит свисток, будет серия пенальти. Основная серия будет из трех попыток. Первая ничья у Строителей на этом турнире. Единственная команда, которая дала бой и сопротивлялась до последнего. И смогла даже сыграть в ничью. Серия пенальти. Виктория первая бьет. Удар! Видимо, перенервничал игрок. Удар! И Строитель тоже не забивает. Еще по два удара у каждой из команд остается. Вперед разбег, игрок бьет и не забивает. Виктория. Хорошо здесь сложился вратарь. И теперь шанс для Строителя повести в этой серии пенальти. Разбегается 19 номер. Выдохнул перед ударом. Бьет и вратарь стащил. Вытаскивает вратарь. Вот это сейв был. Шикарная игра. Разбегается игрок. Виктория бьет и забивает. Виктория повела в счете. Если сейчас команда «Строитель» не забьет, то команда «Виктория» проиграет. Прошу прощения, только команда «Виктория» выиграет. Ну, а «Строитель» забивает. И теперь еще по одному дополнительному удару будет. Будет вратарь. Команда «Виктория» бьет и попадает в левую штангу. А теперь будет бить вратарь команды «Строитель». Вот такой рандовый вратарей. Удар и тоже вытащил вратарь. Вот это да. Продлевается у нас серия до 5 ударов. Разбегается игрок и бьет, забивает правый нижний угол. Бьет и пробивает вратаря. Хотя вратарь угол угадал и туда потянулся. Почему-то правый угол у игроков сегодня крайне излюбленный. Арбитр успокаивает болельщиков, так скажем. И просьба потише. Удар, и сразу тоже забивает. Сильный, мощный удар в левый нижний угол. И шестой удар мы сейчас увидим. Думаю, что эта серия пенальти никого не оставит равнодушным. Очень жалко будет, что сегодня кто-то из этих команд проиграет. Если бы можно было обеим командам дать первое место, и это зависело бы от меня, то я бы именно так и сделал. Разбегается игрок, бьет, и Виктория не добивает. Вытащил вратарь. Полностью его заслуга в этом моменте. Строитель, третий номер, берет разбег, разбегается, бьет влево и забивает. Строитель побеждает в сегодняшнем и вчерашнем тоже турнире. Это двухдневный турнир, и Строитель выигрывает Суперлигу. Зарабатывают они первое место, а второе место достается Виктории. Ну, играли они просто сумасшедшие.
хорошем смысле этого слова. Отлично отыграли, сравняли счет и еще по пенальти поборолись. Сейчас рукопожатие у игроков. Отыграли они просто великолепно. Ну а на третьем-четвертом месте у нас расположились команды «Кондор» белый и «Кондор» черный. Ну вот и все, уважаемые зрители. На этом наша трансляция будет окончена. Всем до свидания, всем хорошего, продуктивного дня и хороших выходных.